20 мая прошло очередное заседание законодательного собрания. Среди прочих документов парламентарии в двух чтениях приняли изменения в закон об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. В 2022 году доходную часть областного бюджета предложено увеличить почти на 420 миллионов рублей, расходную на 2 миллиарда 725 миллионов. Что касается расходов, то дополнительные средства предусмотрены по целому ряду направлений. Наибольший объем приходится на общегосударственные вопросы, национальную экономику. Мы увеличиваем средства и в фонде промышленности, развития промышленности Тверской области. Основное сейчас направление идет, средства идут на основное направление, это импортозамещение, которое очень важно для Российской Федерации, для нашего региона, вообще для, в целом для всей России. Поэтому необходима помощь, финансовая помощь таким предприятиям. Особое внимание традиционно уделяется социальной политике. В частности, на обеспечение с 1 апреля этого года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, установленной президентом страны, выделяется 459,5 миллионов рублей. Для предоставления субсидий юридическим лицам по возмещению затрат, связанных с производством и формированием комплектов школьной формы для детей из многодетных семей, выделяется 152,5 миллиона. Приняты изменения, касающиеся развития туризма в регионе, в том числе и сельского. Это очень важно для того, чтобы развивались сельские территории, развивалось сельское хозяйство. Это как бы первый шаг, я думаю, будет дальше развитие в отраслевых направлениях туризма. Напомним, что в региональном бюджете на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годы предусмотрено бюджетное ассигнование на развитие сельского туризма в 2023 году в сумме 8 миллионов рублей, а в 2024 – 16,5 миллионов рублей.